Здравствуйте, друзья и гости канала «Успеть за одни сутки». С вами Людмила, и сегодня 21 февраля 2018 года. Я продолжаю начало своей посевной, и вы сейчас видите 4 сорта баклажанов. Вернее, сортов 3, пакетов 4. Значит, что здесь можно видеть? 2 пакета с алексеевским сортом. Этот я покупала пакет в этом году, этот с прошлого года. С прошлого года также остался алмаз, и в этом году я приобретала фиолетовое чудо. У этих сортов, значит, 100 дней срок созревания, у этого 110. В принципе, я посчитала, ну, получается, где-то июнь месяц. Почему я еще делаю вот этот посев сейчас? Может быть, немного даже рановато. У меня как бы получается небольшой запас. Вдруг какие-то семена не взойдут по какой-то причине или взойдут и начнут пропадать. Но все бывает. И на старушку бывает прорушка. Вот я тогда успею еще сделать досев семян. Вот, и сейчас я буду брать по несколько штук из каждого пакета. Ну, я посмотрю, сколько в этих пакетах осталось. Что-то там шумит. И чувствуется, что много шумит. Ну, наверное, сделаю так, чтобы по 6 штук было. В принципе, 24 кустика мне вполне хватит на 2 теплицы. Баклажаны. Я замочила в другом растворе. Я использовала лингогумат. Ну, принцип тот же самый. И расход у него идет, вот здесь написано, для замачивания семян на 10-20 часов пол колпачка на 1 литр воды. Ну, я взяла не пол колпачка, а четверть колпачка, потому что у меня было еще воды поменьше, то есть я пересчитала и залила сюда. Но здесь уже, как вы видите, цвет вот коричневатый такой. И есть некоторый запашок такой характерный. Вот, посмотрим, как будут семена вот после лингогумата. Это тоже знак в гармонии с природой. То есть это у нас идет не химически синтезированные препараты, а полученные естественным путем. Продолжаю запись. И теперь у меня будет посев баклажан. Поскольку я взяла 4 сорта и по 6 семян, то мои ряды расположились в этом контейнере вот таким образом. И я подписала их вот так. Первый у меня баклажан алексеевский 17 года, второй 18 года этого, третий фиолетовое чудо и четвертый алмаз. То есть рядочки будут располагаться так. Здесь проделываем ту же самую процедуру. Вот. И будем сеять баклажаны. Ну вот, семена у баклажана значительно мельче, чем у томата. Но ничего, справимся и с этим. Вот первый, что называется, пошел. Второй. Давай. Так. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Так. Все баклажаны. Присыпала их землей. Когда стала проверять запись, получилось, что телефон опять каким-то невероятным образом перевернул изображение. И смотреть его не очень приятно. Поэтому мне пришлось это видео
Удалить. Ну вот просто показываю, что это баклажаны, и они уже готовы, посеяны. А это я принесла ящик с петрушкой. Сейчас объясню, зачем.